Добрый день, уважаемые коллеги, прекрасные дамы. Меня зовут Сергей Григорьев. Я врач-косметолог, тренер компании Мезопроф по инъекционным методикам. Сегодня я обсужу с вами коррекцию периорбитальной области. Какие чаще всего проблемы мы видим на периорбите? Ну, это прежде всего дряблый кожный лоскут, синева под глазами, поперечные морщины нижнего века. Вот все эти проблемы мы можем решить таким препаратом, как Illumica Peptize. Да, соответственно, он значительно уплотняет кожу периорбитальной области, убирает синеву под глазами, за счет активации лимфодренажа уменьшает отечность, пастозность данной области и профилактирует появление отеков. Данный препарат можно инъецировать как иглой, так и микроканюлей, поэтому, в принципе, он универсален. И мы можем работать вплоть до ресничного края по подвижному веку, по неподвижному веку, заходя за костный край орбиты. И я рекомендую инъецировать данный препарат по типу карнавальной маски, когда мы достаточно широко инъецируем. Уходит примерно 1-1,5 мл препарата на данную область. И это позволяет достаточно быстро и эффективно решить все проблемы периорбитальной области.